Саратовский филиал «ПАУТЭ-Плюс» заканчивает работы практически на всех крупных тепломагистралях Балакова, где в этом году был запланирован ремонт. На улице Волжской произведена замена трубопровода на 120 метрах из 180. После этого планируется переход через дорогу по улице Минская. В настоящее время согласовывается дата этого перехода. Будем переходить за одну ночь. То есть мы вечером вскрываем в 10. И к 6-7 утра мы защебеним дорогу, труба в гильзе будет уложена там. Лотрассу, которую мы в данный момент меняем диаметром 300 мм, позволит надежно обеспечить теплоснабжением и горячим водоснабжением двух микрорайонов, второго и третьего. На момент выполнения работ по перекладке все потребители подключены к горячему водоснабжению по резервным схемам. Отключения нет. Отключения были только на период гидравлических испытаний, испытаний на максимальную температуру и на гидравлические потери. Данный участок очень проблемный. Здесь периодически случались повреждения, которые оставляли без теплоснабжения два микрорайона. Поэтому и было решено заменить 180 метров теплосетей. Второй такой же проблемный участок на улице Тернавская. Здесь на данный момент работы по монтажу трубопровода завершены. Нам остается монтаж двух камер. Собираем опалубку, обвязку делаем и вторая камера 1.24, которая находится около магазина Тернава. Дальше со следующей недели мы будем приступать уже к восстановлению благоустройства. Пойдем по благоустройству со стороны магазина Ярослав, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ жителей к магазину. И будем переходить уже туда, ближе к Тернаве. Данная теплотрасса обеспечивает теплом 5, 6 и 7 микрорайоны. На время ремонтных работ была организована подача горячей воды по резервной схеме, поэтому жители многоэтажек в новых микрорайонах оставались без ресурса только во время гидравлических испытаний, так же, как и жители всего города. У некоторых перерыв водоснабжения был 6 дней и так далее, пошло до 14 дней. По поводу сокращения опрессовок, уход только на весеннюю опрессовку, ну, этого сделать невозможно по правилам технической эксплуатации, потому что после проведения работ, связанных со сваркой, мы обязаны провести повторные гидравлические испытания, проверить качество выполненных работ. Для того, чтобы подготовить город к осенне-зимнему периоду, уже сейчас привели в порядок 7,5 километров сетей. После ремонтных работ теплоэнергетики проводят благоустройство. На данный момент восстановлено 6,5 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Кроме этого, в нынешнем году теплоэнергетики начали проект по автоматизации ЦТП. 16 из 76 тепловых пунктов будут оснащены новым оборудованием. Автоматизация направлена на повышение качества теплоснабжения и снабжения горячей водой населения. То есть мы установили новые датчики, установили новые регуляторы, которые позволят перераспределить теплоноситель таким образом, что в домах у жителей всегда будет вода надлежащего качества, 60 градусов, и отопление также не будет страдать. Все это будет проходить в автоматическом режиме. Сроки выполнения работ у нас до 30 октября, это вместе с пусконаладкой. Окончание всего монтажа мы произведем 30 сентября. Дальше будет предварительная пусконаладка, и после вхождения в отопительный сезон мы также будем контролировать, проводить пусконаладку. Остальные ЦТП будут автоматизированы уже в следующем году. Отметим, что в планах на 2020 у теплоэнергетиков продолжение реконструкции тепломагистрали по улице Тернавской, участок от фонтана до 7 микрорайона. Кроме этого, запланирована перекладка трубопровода по улице Свердлова. В общей сложности в 2020 году будет приведено в порядок почти 13 километров внутриквартальных сетей и тепломагистралей.